Смертельная халатность. Пятилетняя девочка утонула в яме с водой, которую вовремя не закрыли коммунальщики. Трагедия произошла в Мирнограде. Кто ответит за смерть ребенка, выясняла Елена Успенская. Убитая горем мама пятилетней Кристины до сих пор не осознает, что ее дочери больше нет. В тот день девочка со старшим братом и соседскими мальчишками, как обычно, гуляла на улице. Они тут гуляли, все бегали. Потом Артем прибегает и говорит, что где Кристина. Я говорю, я не знаю. Говорю, ты же это с ней гулял. Родители несколько часов искали ребенка. Когда поняли, что без помощи им не обойтись, вызвали полицию. Під час огляду ймовірного місця перебування дитини звернули увагу на розкопану яму, яка знаходилась прямо посеред вулиці. Глубина ямы больше 2 метров. Спасатели откачивали воду несколько часов. На дне обнаружили тело девочки. Соседи рассказывают, яму полгода назад вырыли коммунальщики, когда меняли водопровод, но не засыпали и даже не огородили. Сигнальной ленты нет и после трагедии. Там прорвало, и той осенью пошли вырывать, искать прорыв, вырыли и так оставили. Я за эту яму ходила в водоканал, в горосполком. Директор водоканала оправдывается. Яму накрыли ветками, но они исчезли. Разрытие – это врезка на саму улицу, на улицу Шмидта. В свою очередь, вообще жители, когда меняют трубопроводы, они, в принципе, брали на себя обязанность, что, грубо говоря, облагородить, обустроить этот колодец, ну, с кирпича, и вот ее накрыть. Но ясно, понятно, что жители не посуетились. Мэр поручил водоканалу устранить утечку воды, а яму зарыть. Говорит, что раньше с подобной просьбой к ним не обращались. Почему не было у них в диспетчерском пункте такой информации? У нас на контакт-центре такой информации по этой проблеме нет. Это тоже мы разберемся. Гибель ребенка расследуют по 2 статьям – служебная халатность и злостное невыполнение родительских обязанностей. Семья Кристины благополучная. Отец шахтер, мать в декрете. Они воспитывают еще 2 сыновей – 7 лет и 5 месяцев. Елена Успенская, специально для телеканала «Донбасс».